Весна уже из последних сил борется за свои права. И, судя по всему, зима вот-вот сдастся. Готовы ли гидротехнические сооружения к предстоящему паводку, проверила городская мэрия. Электромеханическое оборудование, колодцы, трубопроводы, которые проходят под дорогами и вблизи обочин – все это было обследовано уже в середине марта. Сейчас на контроле плотины. Самое главное в этой подготовке, значит, место выделяется подготовке гидротехнических сооружений. Их всего в городе 5. Все они обслуживаются водоканалом. Вот. И самое главное, их назначение – поддержание уровня безопасного уровня, значит, при прохождении весенних вод. Плотина на реке Увать на площади Пушкина предназначена для поддержания уровня водозабора на ТЭЦ-1. Куда более серьезное сооружение – плотина Увацкого водохранилища. Этот гидрообъект 39-го года прошлого века может удерживать около 90 миллионов кубометров воды. К чрезвычайной ситуации здесь готовы в любой момент. Как только пойдет большой паводок, будем закрывать щиты, чтобы минимизировать количество воды, которое приходит с водохранилища и которое может пройти в город. То есть, собственно, для чего здесь и предназначено вот это вот сооружение. Впрочем, сброс воды производится только в крайних случаях. И таких не было уже лет 20. Пока что уровень воды в районе плотины даже на 10 сантиметров меньше, чем в прошлом году. Никакого грандиозного паводка специалисты не прогнозируют. Впрочем, уже ближайшие недели покажут, насколько близки к истине такие предположения. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.